О спорте. В Твери 12 июня прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России. На одной из центральных городских площадок стартовал 5-й международный турнир сильнейших прыгунов с шестом в длину. Важным событием праздника стала церемония поднятия государственного флага Российской Федерации на площади Славы. В Тверь приехали ведущие легкоатлеты нашей страны и Республики Беларусь. В 14 часов в городском саду для жителей и гостей Твери была организована концертная программа, викторины, розыгрыши, конкурсы, мастер-классы. Волонтеры раздавали горожанам ленточки цветов российского триколора. А еще были познавательные программы, литературно-музыкальные композиции, уроки патриотического воспитания, спортивно-развлекательные мероприятия, приуроченные к Дню России, которые состоялись в библиотеках, клубах по месту жительства и домах культуры. На площади Славы в городе Твери мы провели церемонию по поднятию флага Российской Федерации. Праздник «День России» символизирует единение народов, проживающих на территории Российской Федерации, веру в будущее своей страны и желание развиваться.